14 мая в Центр помощи семьи и детям пришла очередная помощь от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Помощь предназначена для детишек, для семей с детьми, которые оказались в критической ситуации на период пандемии от коронавируса. И многие семьи, которые проживают на территории Дмитровского городского округа, оказались в трудной жизненной ситуации из-за того, что, допустим, маму положили в больницу с заболеванием, папа не работает, есть дети в семье, и людям просто элементарно нечего покушать дома. И в первую очередь эта помощь предназначена для таких семей, которые действительно на сегодняшний день потеряли доход. Вес одного такого продуктового набора от 20 до 25 килограммов. В нем все самое необходимое. Крупы, масло, консервы и даже сладости для самых юных членов семьи. Кроме того, от губернатора поступают наборы для младенцев от 0 до 6 месяцев, в которые входят детское питание, косметика и подгузники. Мы получили 120 наборов. Это продуктовые наборы. И получили мы в этот раз 15 наборов. Это от 0 до 6 месяцев. Это деткам, которые вот действительно такие совсем маленькие. Но это не так много, но рады любой помощи на сегодняшний день. Ранее продуктовые наборы выдавались в первую очередь многодетным семьям. Теперь ситуация изменилась. В сегодняшний день помощь получают семьи независимо от количества детей, которые обратились через портал госуслуг, и им задают вопросы, и комиссия решает оказать эту помощь, насколько серьезная ситуация в семье. Заявок подано на самом деле очень много на портал госуслуг. Помощь поступает систематически, но частями. За все время пандемии Дмитровский центр социальной помощи семье и детям помог сотням семей Дмитровского городского округа. Обеспечили уже наборами на сегодняшний день 718 семей, которые подали заявку через портал госуслуг. Там, где есть проблема, туда мы выезжаем, развозим. На помощь всегда приходят волонтеры. Пользуясь случаем, еще раз слова благодарности огромные Управлению по делам молодежи. Волонтеры постоянно изъявляют сами желания и очень серьезно оказывают помощь в этом вопросе. А также нам помогали другие общественные организации, и Совет депутатов, и Общественная палата, члены Общественной палаты, и общественные организации «Боевое братство». И по возможности они сами откликаются, сами пишут нам и интересуются, нужна ли поддержка, нужна ли такая помощь. Дмитровские мотоциклисты «Ночные волки» в первых рядах спешат на помощь семьям и центру помощи. Какую помощь вы сегодня развозили и на сколько адресов была доставлена такая помощь вами? Продуктовые наборы детям на 4 адреса. Там Деденево, потом еще получилось, что в Деденево не по месту жительства не были они, пришлось в Оливидово ехать. Ну, в принципе, там небольшой крючок такой. Каждый волонтер доставляет коробку прямо до двери и фотографирует для отчета адресата. Все, спасибо большое, до свидания, всего доброго.